сейчас вы увидите видео из того материала, который остался. К сожалению, когда я посещал этот дом, все материалы, большинство материалов, которые должны были записаться, к сожалению, исчезли и повреждены. С ними ничего невозможно поделать. Я уже пробовал, что только не пробовал, ничего не выходит. Что я могу сказать? Сейчас я вам покажу то, что у меня получилось из этого сложить. Там, да, есть недочеты, но в сообществе, в Ютубе я писал, что и проводил голосование, что стоит ли мне выкладывать это видео или нет. И большинство проголосовало за то, что стоит. Сейчас я нахожусь на работе, поэтому давайте вместе с вами посмотрим это видео. И в некоторых моментах я еще буду себя вставлять, чтобы вы понимали, что происходит там, что, почему, как. Приятного просмотра. Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Друзья, я приехал в дом, который посоветовал мне старый знакомый. По его словам, он утверждал, что в этом доме происходили странные паранормальные явления. А то есть, были странные звуки, двигалась посуда и все прочее, что происходило, в принципе, во всех домах, в которых я бывал до этого. Все те же явления. Хозяева дома, у которых я также решил подтвердить эту информацию, сказали то же самое. И говорили даже то, что эта сущность хоть и хулиганила в доме, но еще иногда и помогала. Собственно, я уже давненько занимаюсь паранормальными явлениями и бываю в домах таких, в местах таких, то есть все, что связано с паранормальным, проверяю такие дома, школы, там, больницы и все прочее. И я могу с уверенностью сказать, что это домовой. Насчет домового ходят очень много легенд и историй. Но все эти истории не имеют веских оснований. Это самая неизученная область. И все, что мы имеем, это догадки и случайные свидетельства паранормального. Мы не знаем, что это, но нам страшно и интересно. Демоны, духи, полтергейсты – все это выдумки человека, который хочет хоть как-то обозначить то, чего не в состоянии понять. Ну и сам лично я очень часто сталкивался с такими явлениями. Так давайте же с вами наблюдать за этими явлениями. И не просто наблюдать, а изучать их. И попытаться выйти на контакт с этой сущностью. Сегодня мы попытаемся наладить контакт с этим существом. Каждая сущность общается на какой-то определенной частоте. И сегодня для этого мы будем использовать одну рацию. Вот. Сейчас мы приступим. Будем пытаться связаться с сущностью. Расставим по дому камеры. И будем выходить на контакт, друзья. Так, друзья, я сейчас расставил свечи. Опа, свеча потухла. Включаем камеру, нашу рацию. Сейчас будем попробовать связаться. Сейчас. Друзья, прошу прощения за безобразную съемку. Я просто нахожусь в таких условиях, что не могу позволить себе большего. Смотрите, сейчас будет фрагмент видео, когда я установлю камеру перед собой на штативе. Она как будто квадрат захвата, он как будто двигается. При просмотре материала, отснятого мной, который остался, меня это дико напрягло. Ну, то есть, я не знаю, что это, но это очень странно. Обратите обязательно на это внимание. А пока смотрим дальше. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Да.
Кто ты? Рации сразу же, друзья. Попробую сейчас заменить аккумулятор. Свечи одна за другой тухнут. Посмотрите на это. Те еще горят. Это очень странно. И это севшее. Я все полностью заряжал. Сейчас ничего не работает. Ё-моё. Он посадил нам рацию, друзья. Все в ноль, разряжено. Я не знаю, что с этим делать. Если ты здесь, прояви себя. Еще одна затухает. Прояви себя, если ты здесь. Все, и третья тухнет свеча. Раз, два, три. Но здесь определенно что-то есть, друзья, потому что рация в ноль села сразу же. Я уже два новых аккумулятора, и аккумулятора тоже. Если ты здесь, прояви себя. Друзья, сейчас, в общем-то, какой-то шум был вот здесь. Вот. Я думаю, камера третья все засняла. Thank you.
такие странные здесь линии, про которые я и говорил. Свечи медленно тухнут. Он все посадил нам с вами. Рацию посадил. Считай, два аккумулятора. Рация. Батарейки. Везде шалит. Звуки. Звуки абсолютно повсюду идут. По потолку. По окнам. Особо что-то летало в этой комнате, я думаю, эта камера нам все покажет. И шкаф больше не трясется. Друзья, это определенно домовой, потому что в этом доме, наверное, лет 5 уже никто не живет, может быть больше, на пару лет. Я хочу что сказать этим самым, камера пишет у нас, я хочу сказать то, что скорее всего это домовой, который остался здесь и медленно превращается в зло. Попробую выключить свет в этой комнате. И выключить свет везде. У нас осталось совсем мало свечей.
я сейчас буду в полной темноте. Может быть, он будет проявлять себя сильнее. Ну, здесь что-то уже было. Вот стекла побиты. Так, вот сток свечей он горит. Все мои вещи на месте. Да, теперь каждый, после каждого выезда отсюда. В общем, друзья, эта сущность является домовым, это уже прямо точно. На особый контакт сегодня, к сожалению, не получилось выйти. Рация у нас села в ноль. Сущность подпиталась энергией от, считай, от рации. Тот прожектор сейчас пытался включить, то он тоже не включается. Он подпитался энергией от некоторых приборов, как часто делают призраки. И, собственно, смог выдать вот только вот столько вот. Нет, не столько. Фу. Вот так вот шорохи буду. Немного так всякой суеты происходит. Дверь вот закрылась. Друзья, в общем, сегодня у нас вот такой вот домик. То есть свечи затухают уже, все. То, что домовой в себя может... Все, мерещатся какие-то звуки до сих пор. Домовой, то есть, забрал энергию из некоторых приборов, в том числе из рации, из камер, из прожектора. Телефон у меня сел. Он этим самым высосал эту энергию, и вот именно поэтому начал выдавать вот по максимуму здесь то, что шумы были, стуки, движения, в общем, вот эти явления. Это из-за того, что он подпитался вот этой энергией. Собственно, сейчас я еще побыл здесь где-то час. Находился здесь в этой комнате, проходил еще здесь на кухне, там в коридорах. В общем-то, не стал вас этим задерживать здесь.
на этом видео, потому что кроме того, что лишь моя прогулка по этому дому, ничего больше не было особо. Я думаю, он потратил всю возможную энергию для того, чтобы вот выдать вот этот свой, ну скажем так, максимум. Поэтому я сейчас, наверное, уже подзамерз. Очень здорово похолодало, я сейчас буду собираться, собирать вещи и ехать домой. Потому что я думаю, что здесь больше делать нечего. Он пытался выйти с нами на контакт, пару ответов дал. Я подпишу, что там было. Ну, как бы, да, здесь определенно находится домовой, который остался и превращается, медленно превращается в злую сущность. Вот. В тех домах, в которых я был, возможно, в каком-то из домов попадался именно домовой, который был превращен уже в злую сущность. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Всем пока.